Ну а теперь о другой теме. Творчество рэп-исполнителей могут поддержать грантами от правительства. Об этом заявил Сергей Нарышкин на заседании Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. Он обещал обратиться с такой инициативой к правительству. По мнению культурологов, рэперы являются носителями особого языка. Творчество – своеобразная замена стадионной поэзии 50-60-х годов. Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета. Я подумал, а может быть, стоит, допустим, Министерству культуры подумать о грантовой поддержке вот этой современной формы поэтического и музыкального творчества.